что наша жизнь — игра. Да. Сквозь последний утренний сон прохожу по проспекту напротив фестивального. И у торгового центра «Маяк», что на Маяковского 26, стремительно начинают мелькать бородатые православные и в голубых шелковых кипах иудеи. Много. Мужики. Задаю вопрос почти на лету православному. Когда в этом году будут праздновать Пасху? 19 апреля. А что? Ты лучше у своих иудеев спроси за их пайсах. Пытаюсь. Среднего роста вьюныш, каштаново-курчавый, с пышной шевелюрой под кипой, смотрит на меня с удивлением. А ты не наш? Ну, как бы наш, но не из нашей синагоги. Так на Троещине ж нет ни одной синагоги. А тебе туда и не надо. Вот там, видишь, сидит чистильщик обуви. Так это маскировка, он чистит не обуви, а мозги. Попроси у него вакс. Бред, но отваживаюсь просить. Тебя для полировки или для зачистки мозгов? Они у тебя спухли или превратились в попкорн? Попкорн уже усыпается или нет? Как видно, у многих попкорн уже усыпается. Белые хлопья мозгового попкорна усыпают асфальт грязновато-рыхлым, словно прошлогодним снегом. Тебе коричневую или черную ваксу? О, да ты уже седой. Вот, возьми, и к иудеям не приставай больше, они наблюдательные, а православные сами из наблюдателей. Вон, видишь, глаза воротят, когда наш альдебранцы начищает себе мозги, но ведь вокруг видны ошмятки мозгов. Это не беда, для маскировки на углу тетка с шинковкой стоит, она шинкует буряк, морковь и капусту. Можешь даже на бигу себе прикупить по цене 20 гривен за кило. Нет, мозги не прикупишь, но все думают, что под ногами ошметки просто капусты. Знаешь, у этих землян странные ассоциативные ряды. Пасха, Песах, бабло, капуста, цветная капуста, попкорн, вакса для штиблет, вата для мозгов, вакса для снов. Бери, чуть бошку законопатишь, и я тебе много чего покажу, поведаю. Помолчи, идиот, ты спалился. В руках у меня возникает стикер, я нажимаю на скрытую кнопку, и инопланетный искуситель превращается в мелкую грязную лужу на весеннем асфальте.